Вот такой красавчик получился. Много аксессуаров. Давайте на некоторые из них посмотрим ближе. Поставили на рычаги пластиковую защиту. Впереди бампер, светоадапт, риджет. Световая балка вверху, зеркала, также с LED-фарами. Лобовое стекло с электроподъемом и стеклоочистителем. Боковые сетки, ручки дверей. Защита порогов. Универсальные задние ходовые огни. Это у нас и тормозные сигналы, и габариты. Заднее стекло защитное. Внутри у нас уместилось под ним задняя часть акустики. Сумка на крыше. Зеркало с камерой заднего вида. Это у нас зеркало-монитор. В заднем бампере расположена между дугами камера заднего вида. Установили лебедку. Кофр. Шноркели — это у нас стандартная комплектация варианта X3 XMR. Защитные сеточки. В дверях у нас сумки. Рукоятка вместо стропы для открывания двери. Верхняя и нижняя сумка. Четырехточечные ремни безопасности. Подогрев сидений. Тюнинная накладка и рычаг переключения КПП. Музыка. Отсек для электронных девайсов с держателем и розеточкой 12-вольтовой внутри. Здесь у нас есть возможность регулировки по высоте под размер экрана. ЕС взлетели на 300%. Бумберг со ссылкой на Citigroup пишет, что из-за холодной зимы цены на газ могут достичь... Газпром поставляет в Азию еще и трубопроводный газ.